период с 17 по 25 декабря на территории обслуживания УМВД России по Сергиево-Посадскому району проходит оперативно-профилактическая операция «Наркопритон». Основными задачами данного мероприятия является выявление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации притонов, или систематической сдачи жилых помещений под потребление наркотических средств и психотропных веществ. Также основными задачами данного мероприятия является выявление, пресечение и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Если вы стали свидетелями или очевидцами данных видов преступлений, просьба сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по телефону 540 18 39 или по телефону 112.